На улице Малонагорная. Сказка воплотилась в жизнь. Именно такая тематика у новой детской площадки, которая была построена в рамках губернаторской программы «Комфортная городская среда». Для строительства детской площадки потребовалось 2 недели. Уложиться в такие сроки было главным требованием Министерства благоустройства Московской области. Еще одно обязательное условие – пустое пространство площадью 300 квадратных метров. Здесь был овраг близко, и приходилось отсыпать крайнюю часть ближе к оврагу, чтобы укрепить эту площадку в данный момент. Были моменты, когда она немножко поползла, но строители справились, еще более укрепили. В данный момент она безопасна для использования полностью. Посодействовала в возведении нового игрового комплекса местный депутат Ирина Архангельская. Она рассказала, что жители обратились к ней с просьбой установить детскую площадку именно здесь, вблизи сразу нескольких СНТ. Вот эта площадка обошлась 3 650 000. Вот. И вот я уже не первый раз на этой площадке и вижу, что пользуется она спросом, потому что здесь бывают родители, и вы видите, вот разбросанные игрушки. Вот. Поэтому, значит, дети даже не забирают, потому что, знаешь, здесь никто ничего не возьмет. Мы иногда думаем, что зачем в деревне детская площадка, да? Казалось бы, собственный дом есть, собственный двор, но нет. Детям нужно обязательно общаться друг с другом, они должны друг друга знать и социализироваться в обществе. Новая детская площадка рассчитана на возрастную группу от 7 до 14 лет. Несколько видов качелей, горки, канатная паутина, карусель. А для самых маленьких – просторная огороженная песочница. Привлекает внимание и разноцветное покрытие, соответствующее всем нормам безопасности. Чтобы не менять ежегодно резиновое покрытие, которое происходит в износ, особенно в местах соприкосновения с малыми архитектурными формами, здесь применено двойное покрытие, то есть черновой слой – это 1 сантиметр, и сверху цветное покрытие, которое тоже 1 сантиметр. Того общий слой – 2 сантиметра, что вдвое увеличит его срок службы. Новую детскую площадку уже оценили юные жители. Готовили тут все, а сейчас уже вон готовая площадка. Приехали, поиграли, нам понравилось. Хорошая площадка, все красиво, все хорошо. Помимо площадки на улице Малонагорная, в нашем муниципалитете по губернаторской программе построены еще 3 игровых комплекса – в поселке Развилка и в деревнях Мильково и Слобода. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.